играть с вами, Илья. И это наконец-то настал этот момент розыгрыш аккаунта от Clash of Clans и Clash Royale. Сразу скажу, если кто-то проиграл, не серчайте, не отписывайтесь. Это простой розыгрыш. Подумаешь Clash Royale, подумаешь Clash of Clans, потому что... может там... подумайте аккаунты, короче. Так что, кто проиграет, не обижайтесь так сильно. Так что не принимайте это сильно к сердцу. Что скажу, все постарались. Все прям постарались сделать хороший дом. Вот я зашел, посмотрел на скрины. У кого-то больше, у кого-то мало, это без разницы. Блин, у всех хорошо получилось, реально. Победителя я уже знаю. И как я буду следить по домам? Во-первых, по красоте. По самому главному, по мне, это трудность дома. То есть, как вы его сделали, трудно или нет? Ну, то есть, долго вы его делали или нет? Вот, я посмотрю по этому. По старательности, вот. То есть, старались вы или нет? Ходили вы вообще победить или... Вот, знаете, для кого-то, возможно, просто выиграть кайф, а кого-то кайф аккаунт выиграть, кому-то кайф вообще просто в видео попасть. Вы, кстати, каждые из этих три человека попадут в видео, я сделал... так хорошо там сватировал, ну прикольно. Так что, как-то так. Ну, я думаю, все, переходим к скринам, да. И хочу начать я скрины с Енот Шоу. Я все эти дома посмотрел в интернете. Никто ли не скачал и все так далее. Пока я никого не заметил. Если хотите, вы поищите. Я пока никого не заметил. Что хочу сказать. Он старался, да, видно, старался. Он сделал вот такие красивые окна, да, то есть сделал каменные стенки, блок, то есть прикольно сделал ступеньки в дом, то есть это что? Ну, окна тоже, да. То есть прикольно сделал, да, и фон вот этот прикольно сделал. Так, как дом прикольно стоит, так. Так, дальше. Вот, это его же фотка, только с другой стороны. Что ж хочу сказать. По красоте не очень даже хорошо выглядит. По красоте отлично. Так, внутренняя стома. Ну, вот честно, вот ты мог сделать, в принципе, побольше. Вот туда, допустим, вот в этот угол ты мог поставить какие-нибудь там свет, да, то есть заместо вот этого ты мог поставить туда другое что-нибудь. Чтоб побольше сделал. То есть по старательности так пока. Не догоняешь немного. Вот это столик, как бы, и картинки. Ну, вот это уже неплохо сделано довольно. Вот это, ну, более-менее уже. Вот это вот уже хорошо. В принципе, поставил, хоть там столики понаставил. Да, нормально. Так. Вот это меня прикольнуло. Ты классно сделал. Вот эти двери вообще, это все отлично ты сделал. Это вот... Блин, красиво получилось, да, я думал, старательно вообще, так отлично. Так, что у нас тут? И вот это вот, блядь, это как бассейн, да? А, это как баня, что такого. Вот это вот классно. Реально классно получилось. Я, кстати, буду по банам оценивать. Во, вот это отлично, молодец. Вот это классно, ты тоже отлично сделал. Главное, он старался, в принципе. Он хочет победить, это видно по нем, в принципе. Так, что могу сказать об этом? Ну, тут пока не очень, просто, ну, второй этаж, как будет это вот, я не знаю, какой это этаж. Но пока тут в такси, ну, вот это простая комната, но тоже прикольно. В принципе. А, это моя тоже. Ну, что могу сказать, оценка. Слушай, смотри. По большей части ты старался делать дом, да, то есть вот я вернусь к этой фотке, ты старался сделать дом, ты сделал несколько этажей, то есть 3 этажа, как я понял, еще баню, ты то есть старался, я не знаю, сколько ты делал, но по старательности тебе 8, а по красоте твоего дома тоже 8, так что посмотрим на следующих, может ты победишь. Следующий претендент Fast Game, извини.
Вот такое это вот даже изображение удалял. То есть вот этот вот дом мне понравился безумно. Я не знаю почему, но реально он сделал классно это. То есть вот тут мы видим что? Тут мы видим больше, как сказать, внешнего вида. Вот как надо было добавить енот шоу. Тебе надо было добавить вот тоже такие деревья, да, то есть понаставить вот эти вот штучки, фонари в доме, также и тут. Он сделал это прикольно, то есть он выходит, да, в дом. И, ну, в доме вот там на балконе сидит, смотрит прикольно, да, то есть вот. Вот это как выглядит утром. То есть отлично он это замутил, молодец вообще, постарался реально. Так, смотрим. Так, я вижу там паучка. Это балкон. Он стоит вот на вот этом, правильно, все отлично. Сделал забор. Ну, старался, видно, старался. Вот, даже вот тут вот он сделал такое прикольное. Эти поставил, короче, клумбы. Так, что видим дальше? Тут уже все иначе. Тут он сделал лестницу, да, то есть, ну, как и у того персонажа, как у Енот Шоу, тоже все. То есть, в доме он мало чего добавил, вот что хочу сказать. Так, это он на балконе уже, как я понял. Балкон тоже простенький такой. Так, это у нас... ну, вот это вот, кстати, прикольно выглядит. Елки и вот это вот, как фонари. Вот это прикольно довольно выглядит. Так, там у нас следующий. Да-да, у нас там дальше следующий пойдет. Вот такие вот. Видите, у него немного их, но зато красивые. Вот, вернусь и скажу. Что ж могу сказать, вот по внешнему дому, вот давайте вот так вот сделал, вот, он сделал, то есть, его вроде небольшим, но сделал его объемным по забору, знаете, забор надо было делать, надо было ставить вот это вот штучки, то есть, неплохо, давайте так, по красоте внешности, ну, по красоте, даю ему оценку 9, по старательности я ему даю оценку 8. Пусть так будет. То есть 9, 8, так вот. Мы переходим к следующему игроку, и следующий игрок у нас Сильва Бистро. Так, это Сильва Бистро. Игрока так называют. Кстати, вот этот дом. Я вам скажу так, что тут старательности намного больше, чем у остальных всех. Потому что я думал это с интернета, честно. Я подумал с интернета, блять, думаю, что-то не так. Но прошарил все интернеты, это не в интернете, так что не думайте. Вот это меня удивило. Он сделал бассейн, он поставил вот эти вот клумбы так, как надо. Вот, он сделал классно, это реально. Вы посмотрите на вот это, вот просто посмотрите. Сделал вот, это уже, как я помню, внутренность дома. То есть это он сделал огромный дом, ну то есть богатый такой. Вот тортики тут, как видно. Столик. А вот это вот, это реально вот красавчик. Вот, видите, он понаставил туда вот этих штучек, сделал такой выход. Вот, знаете, как выходит уже из таких фильмов, бывает, выходишь такой, у тебя там этот хороший этот пейзаж. И также он тут сделал. Вот это вот, это его уже дом, и там больше ничего нет. Вот это вот, его полностью дом. Видно, да, тоже небольшой, но вот этот дом пока... По красоте больше всех и по старательности, ребята, намного больше всех. Так что, смотрите, что могу судить я. И что ж могу из этого всего сказать? Блин, Енот Шоу, у тебя 8 из 8, ой, 8 и 8. У второго, у Фестгейм 8 и 9. У первого, которого, ой, последнего, третьего, у Сильвы Бистро, у него... Блин, ну, ребята, вы видели сами, у него 10 из 10. Потому что... А, нет. Давайте 10 и 9, потому что там можно было добавить еще что-нибудь, поставить внутреннюю дома. Но так 10 и 9. Что, вывод. Вывод в итоге. Побеждать, конечно, Сильва Бистро. Те, кто... на втором месте, я хочу сказать, да, то есть... На втором месте я хочу поставить на, скорее всего, Енот Шоу. Почему? Так потому что у Енот Шоу он будет больше в развитии дома самого. То есть дом у него будет больше.
потому что, ну, там видно. А у Fast Game, у него просто он красивее будет. А тот больше сделал, так что я нашел на втором. Это Василий Бистер на первом месте. Обижает. Ты мне, кстати, скинь ссылку в ВК, я тебе скину свой аккаунт. Или ты у меня уже есть, напиши, если есть. Я тебе скину ссылку и все. Вот как-то такой вот. Если что, не серчайте, проиграли, проиграли, это всего лишь розыгрыш. Ну, главное, что вы приняли участие в розыгрыше. И вы молодцы, реально. Все молодцы. Так что не серчайте. Может, в следующем розыгрыше да повезет. Все, с вами был Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи в следующем видеоролике. Всем удачи, всем пока.